Воздушная нить, наконец, связала Бурятию и Татарстан. Рейс Улан-Удэ-Казань попал в программу субсидированных маршрутов. Стоимость билетов начинается примерно от 8 тысяч рублей в один конец. У меня сын здесь служит, он военный, я сама здесь жила. То есть наша семья, очень долго мы жили здесь. И приходилось нам лететь через Москву или через Новосибирск. Очень довольна. Видите, счастье соединило нас через 4 часа с моим любимым сыном. Новый рейс выполняет авиакомпания «Нордвинд». Для оператора аэропорт Казани и региональный хаб. Из него действуют 23 направления. Когда пассажиры вылетают из Бурятии прямым рейсом Улан-Удэ-Казань, с оптимальной стыковкой 2-3 часа, может быть, даже где-то полтора часа ожидания в аэропорту Казань, они могут долететь с комфортом дальше в рамках одной авиакомпании «Нордвинд» до Петербурга, до Сочи, до Махачкалы, до Калининграда. Загрузка первого рейса почти 90% в обе стороны. При этом 15% пассажиров из Улан-Удэ транзитные, то есть в Казани они совершили пересадку. Мы организуем взаимные информационные туры в ближайшее время. Прилетят к нам представители средств массовой информации, блогеры, представители туркомпаний. Мы ожидаем новый импульс в загрузке этих нового авиарейса. Я считаю, что этот рейс Казань-Улан-Удэ – это мост дружбы между нашими народами, между нашими регионами, между нашими территориями. Боинг из Улан-Удэ в Казань будет летать дважды в неделю, во вторник и в субботу. Время полета от 5 до 5,5 часов. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ.